сокровищницы национальной культуры дошло до нас благодаря любви исполнителей к национальной гармонике. На протяжении веков гармонисты, а затем фольклористы, занимались сбором и публикацией инструментальных наигрышей. Именно благодаря им сегодня мы имеем возможность слушать эти прекрасные мелодии. А сейчас мы приглашаем на сцену представителей Урванского района. Темирканов Залимгири и Дзыбов Руслан исполнят для вас старинную кафу в обработке Сохова и адыгейский сафак в обработке Кима Тлицерук. Thank you.
отдать дань уважения нашим замечательным народным исполнителям, благодаря которым в фондах радио и архивах Института гуманитарных исследований сохранились образцы их неповторимой исполнительской манеры и блестящего владения инструментом. Именно они вывели гармошку на широкую концертную эстраду и сохранили для нас множество прекрасных мелодий. Я думаю, мы можем поаплодировать в знак нашей безграничной благодарности этим людям. А сейчас на сцену приглашаются представители Республики Дагестан. Это представитель великой династии гармонистов Апоевых. Это правнук великого Апоева в седьмом поколении Заур Зауров и Акбей Касимов. Еще один музыкальный подарок от
Республики Дагестан. Встречаем вокальный ансамбль «Шаула». Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши соседи. Эту красивую песню мы дарим кабардинским красивым и балкарским девушкам. Память прошлых дней и неисчислимые легенды скрыты среди россыпи камней. А нашу концертную эстафету перенимают представители Терского района. На сцену приглашается Кабардов Джамбулат, который исполнит для вас «Дышач хая кафа» и прекрасную мелодию «Шыгаджак кафа». Thank you.
Сабановского района, Сабанов Саслан и Тимижев Анзор, попури на адыгские народные мелодии. Thank you.
адыги любили собираться на хаса, слушали национальные мелодики на гармонике. В народной мелодии живет и счастье народа, в мелодии живет и горе. Те богатства, что оставили нам наши предки, сохраняют участники фестиваля и передадут тем, кто придет после нас. Народная песня, как живое зерно, прорастает в душе каждого человека. А сейчас, дорогие друзья, встречаем на сцене ансамбль народных инструментов. Руководитель, заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Мадина Каширгова. Thank you.
Дорогие друзья, сейчас мы приглашаем на сцену нашего гостя из Карачаево-Черкесской республики. Встречаем Салпагаров Ислам. Его поддерживает группа музыкантов, артистов из Кабардино-Балкарской республики. Вы услышите попурри на темы старинных карачаевских мелодий.